Сегодня расплескалась синева над шестой частью суши. Традиционно во второй день августа свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска. Знаменательная дата ведет свою историю с 1930 года. Ровно 93 года назад на учениях под Воронежем 12 солдат впервые совершили массовое десантирование с парашютами. Ахмат Халкечев продолжит тему. Свое праздничное собрание на аллее воинской славы парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в республиканской столице ветераны ВДВ начали с торжественного построения. От имени главы Рашида Тимрезова десантников поздравил первый заместитель главы правительства Карачаево-Черкесии Марат Хубиев. И сегодня, когда перед нашей страной стоит сложная задача по избавлению наших земляков и братьев от фашизма, десантники плечом к плечу с другими подразделениями вооруженных сил выполняют сложные задачи. Особо отличившихся на стезе общественно-полезной деятельности и патриотического воспитания молодежи отметили орденами отца-основателя воздушно-десантных войск генерала Василия Мергелова и памятными медалями Союза ВДВ. В их числе и наш коллега, заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Ахмат Чутчаев. Я служил в 73-75 годах. С тех пор прошло 50 лет. Юбилей у меня. Вот. Я благодарю то, что ветеранская организация мне дали за мою службу, за мой труд воспитание молодежи, патриотического воспитания молодежи, что дали ветеран ВДВ. Кроме главного и всем известного лозунга воздушно-десантных войск «Никто кроме нас», войска дяди Васи придерживается еще и девиза мушкетеров. Мы все родом из ВДВ, и батя наш Маргелов. Один за всех, все за одного. Сам погибнет, но товарища на поле боя не оставит. Я прошел Афган, я знаю, что такое. Меня мои братья 3 раза вытаскивали с поля боя. А мы до сих пор друзья, как родные братья. Вот на душе плохо, да? Я вот к ним приду, или они ко мне приходят, посидим, и как будто молодые становимся обратно. Так вот. Официальную часть праздничного собрания «Голубые береты» завершили возложением цветов памятникам неизвестного солдата и генерала Василия Мергелова. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.